Смотрите под ноги. Иногда здесь находят трупы. Мы строим дома для бедных. Построили первые 600, а всего их будет 2000. Откуда у вас такие деньги? Какого хрена? Килограмм кокаина в Колумбии стоит 7000 долларов, а в США 150 тысяч. Считайте сами. Несмотря на все наши усилия, контрабанда кокаина в страну достигла устрашающих объемов. Давай ты расскажешь мне свои секреты, и я расскажу свои. Вы оба замешаны. Спросите об этом ваших друзей из ЦРУ. Конечно. У тебя есть деньги, Пабло. Есть мы, чего ты хочешь. Уважение. Я обращаюсь ко всей Колумбии, к каждому жителю. Нация проголосовала за Пабло Эскобара. Простите, но по протоколу необходимо надеть галстук. Это позор. Это оскорбление для всех колумбийцев. Пора начинать убивать, чтобы научить их уважать нас. Войну можно выиграть или проиграть. Несколько минут назад был убит министр юстиции. Всего 1 миллиард песо. Один. Это оскорбление. Раздайте оружие в трущобах. За каждого мертвого полицейского плачу 2000 долларов. За капитана 20 тысяч. Полтысячи сотрудников пытаются поймать Эскобара. Сэр! Эскобар! Эскобар! Он что, вездесущ? Ситуация становится очень запутанной, Виргиния. Мисс Валиеха, помогите найти его. Вы меня слушаете? Ай-яй-яй-яй, конечно, все слушаете. Так слушайте очень внимательно, ублюдки. Сначала я убью вас, затем ваших детей и жен, и вы будете истекать кровью, пока не умрете. Эскобар. Все еще любишь его? Скоро в кинотеатрах.